Спасибо, дорогая, что пришла ко мне на обедик. Там у меня просто очень серьезный разговор к тебе. Сейчас подожди секундочку, ладненько. Горлышко немножко это промазать. Потому что разговор будет очень серьезный, моя дорогая. Что хотела сказать там? Ты присаживайся, да, немножко, чтобы не упасть. Потому что я все-таки рассталась со своим любимым мужчинкой. Такое бывает, ну а что поделать? Просто он перестал мне дарить подарки с Валдберрис, потому что уволился. Ну а что мне? У меня биологические часы, они тики-таки, понимаешь? Мне надо скорее магнатика найти, уже на яхте кататься, а я все на одном месте, понимаешь? Торчу. Ну а что ты хочешь? Мы, конечно, с ним были так долго вместе, поэтому я пострадала, поплакала, как все приличные люди, ну и скачала себе Тиндер. Так что давай быстренько до ручки разомнем, да полайкаем каких-нибудь красавчиков вместе. Вот, выбери мне магнатика, да, на будущее. Красава. Так, смотрим, да, первый папик у нас уже пошел. Папка может, 34 котика, да. Какие увлечения? Автомобили, мотоциклы, а где яхта-то? Яхт нету, значит, мы пролистываем, потому что, ну, зачем нам такой чувачок? Зачем вот? Ну, к чему, понимаешь? У меня был магнат Валдберрис, а это что такое? Магнат чего, мотоцикл, что ли? Ерунда какая-то. Так, дальше у нас Ванюшка, 23 котика, да, интересует флирт и легкость. Ну, знаешь, можно немножечко поиграться, правда, игрушечки, они же не у всех разные бывают. Тут у меня такие игрушечки, можно лайкнуть, правда? Сейчас посмотрим, личико какое у него еще. Ну, такой симпатичненько, конечно, такой очкарик немножко, такой Дудя, да? Дудя, ну мы его можем, знаете, скрутить как хотим, как пластилинчик, так что пусть пойдет. О, смач что ли был? Не пойму, смач, смотри какой смач. То есть я ему тоже понравилась что ли получается. Он, видимо, это не знает, что тебе ляжку-то будет делать, и как-то больно, дорогой мой, так что не волнуйся, ты в моих ручках тепленьких. Так, Максимка, Максимки губки хорошие, так, качать не будем, сейчас посмотрим. Такой вот хорошенький у него губочки, да, причесочки любит интересненькие, мне тоже это очень нравится, будем с ним экспериментировать, так что лайк. Тоже матч, ты посмотрите, я какая девушка, понимаете, у меня везде мэтчи, вот эти вот мэтчи-мэтчи. Ну, тоже с ним поиграем в игрулечки, так что отличненько. Так, дальше что у нас? Дальше у нас бизнесменка, вот такой вот мальчишка, да, 26 котиков. Ну, так он, знаете, такой вот скромненький, вот здесь вот хороший, вот всем это, знаете, и очки не всем идут, так скажем. Поэтому... Вот это вот очень хорошая жилеточка, мне нравится, очень классненько. Такой вот мальчик с пальчика, как говорится. Ну, не маю, если честно. Лемон панда, да? Такой вот он какой-то япошка, китаёшка и россиёшка, да? Всё одно. Посмотрим, чего. Худенький, надо откармливать, конечно, вот этого вот. Личико-то нормальное, вот тельце худенькое. А кто откармливать? Меня откармливать надо, а не его. Так что дизлайк. Мишка, Михаил, 32 года. Марвел, комедия, юморок. Я, понимаете, я девушка серьезная. Мне вот эти вот юморыски всякие, они мне вообще вот не к месту. Мне надо серьезного мужчину. А это что будет мне... Эти вот курчит рожицы, нафига мне это надо, конечно, дизлайк. Глеб такой охранник, понимаете, он охранник в клубе «Дикая вишня», поэтому он вот, знаете, вот как-то ни туда, ни сюда, дизлайк. Мишка такой вот, это, вот посмотрите, да, вот здесь вот он худенький, а вот здесь вот такой большой, вот непонятно, кто придет ко мне, так что нет, точно нет. Серкан Устург, ну почти как Балат, да? Сейчас посмотрим, везде у него одно личико, да? Но надо как-то немножко хоть улыбаться, да? Все-таки ты это, кого ты ищешь, да? Угрюмый
один котик, да. Бровочки, мне его нравится, потому что есть с чем работать. Там можно сделать красивую формочку. Ну вот, если он не согласится, непонятно. Ладно, будем делать дизлайк или нет? Будем ставить дизлайк. Ну вот как-то вот непонятно, разрешит, не разрешит, потому что все-таки, ну... Ой, я слайкала, да, ну ладно, пофиг. Так, Максимка 23. Вот мне вот как понять, где здесь Максимка, понимаете? Вот он фотку мне отправил, вот эти вот два человека. Мне вот это как понять, где здесь Максимка? Сейчас смотрим. Вот он, Максимка такой вот. С машинками любит кататься. Да, такой вот зимний парень. Парень-рубаха. Ну, мне посолиднее, конечно, надо. Надо, чтобы ну, вот на фоне яхт, на фоне яхточки что-нибудь такое вот. Ну, что-нибудь там. Природа хотя бы. Что это такое? Артурка, посмотрите, какой у нас для серьезных отношений не ищу. Ясно. Дизлайк. Я только за серьезные отношения. Ну, те 23-летки не считаются. Это просто так, игрушечки. Конечно. Посмотри, как это смотрит на меня вот этим взглядом манящим. Да, ему бы еще поднять вот это вот нависшее веко немножечко. Сделать его, да, вот так. Можно вот эти вот тыпа-тыпа натянуть. Будет взгляд еще активнее, еще класснее, да. Посмотрим. Но я тебе говорю, вот эти. Потому что его весь взгляд падает из-за навеших век. Ну что, будем брать? Да ну столько мороки еще. Вот у нас Гаричек, да, такой классненький, с татушечками, да, вот такие вот фоточки делает, классненькие, 28, а что такое качество, да. Такой мурбашки классненькие, да, посмотрим, ой, слайкнула случайно, ну, ничего, бывает, правда. Так, Дмитрий у нас две фоточки, вижу курочки, вижу эти морщиночки, ну, такой, мне, понимаете, мне надо какого-то гладенького, что ли. Так, Александр, 24, снимаю кино, работаю режиссером на НТВ, ребятки. Может, он мне это снимет, репортаж «Салон красоты». Светлана придет ко мне, мы ему это что-нибудь наваяем там. У Сишки забреем что-нибудь еще, давай посмотрим, что он такой. Симпатичненький, 24 годика. Ну, мальчишечка. Ну, а кто сейчас не мальчишечек? Мы все сейчас это стараемся молодиться, так что лайк, правильно, конечно. Алексей, Алешенька, да? Вот у нас самый лучший маркетолог Москвы. Устраиваю очередь из клиентиков. Ой, я тоже люблю клиентиков и денежки. Надо нам с ним это законнектиться немножечко. Да, чтобы клиентиков себе набивать. Правильно. Так что лайкаем. Лайкаем, конечно. Смотрите, мэч пошел. Виталий мэч какой классный тоже. Я тебе говорю, у меня поклонников будет много. Мне хоть это... Отбивайся от них, понимаешь? Они у меня в очереди будут стоять в салоне красоты. Они мне всех девок моих перебьют, понимаешь? А мне потом что с ними делать? Лестницу из них выстраивать, что ли? Подъездную дорожку к салону красоты. Вот посмотрите, какой Владимир, добрая душа. Вернусь, когда нужны будут новые отношения. Никогда. Ну, смотрите, недавно активность все-таки возвращалась, и все-таки нужно что-то ему, да? Все-таки подстричься нужно, наверное. Ну, слушайте, а свайпы для чего? Пусть меня свайпает тогда, да, ищет мой салон красоты, потому что, ну, тут работы не видно, понимаешь? Ой. Ну, тоже, понимаешь, на фоне деревьев, а где я, так понимаешь, где БМВшка? Вот я пока ни одну фотку не видела с БМВшкой. Мне как-то реагировать. Гришка хорошенький, да, с рыбочкой. То есть он такой морской хищник, да. Будет ловить свою рыбочку. Может быть, и я его рыбочка, не знаю. Надо посмотреть, правильно. Конечно. Че, лайкаем? Лайкаем рыбочку. Ну, лайкаем. Вдруг у него там яхту, правда. Тебе кофе не предлагаю, потому что у нас там это больше нету, к сожалению. Вот. Так,
Александр у нас строитель, да, вот такой вот классненький строитель, не курит, питомцев нету, значит, шерстки на одежде у него не будет, слава богу. Так, ну а что, может он мне построить что-нибудь, второй салончик красоты, да. Ну так как мы будем встречаться, да, он, конечно же, мне на халявку сделает, надеюсь. Посмотрим, ладненько. Ой, я его случайно это свайпнула назад, то есть дизлайкнула. Надо было лайкнуть, но я это, знаете, вот у меня уже по инерции туда. Потому что, ну, достойных нет тут, понимаешь, вот ты ищешь, а где они достойные, непонятно где, конечно. Вот у нас такой вот незнайка на Луне, да, занимается овощами, фруктиками. Я тоже люблю фруктики, да, если ты мне сделаешь поставочку, очень можно даже с тобой заиграть немножечко. Так, что касается роста 84 сантиметра, ну, мои дорогие, что будем делать? Давайте посмотрим еще фоточки. Такой стильненький парень, да, стильненький. Ну, вот опять вот бородочка мне, вот знаете, мне вот колется как-то бородочка. Я ее это сразу узковыми полосками сразу удаляю. Может, ему тоже такое предложить? Но все-таки не знаю, слишком большая растительность. Давайте не будем. Вот посмотрите, какой страшненький, да, мальчишечка. У него какой-то образ, наверное. Но Тончик себе хорошо подобрал. Очень классненько смотрится. Ну вот, конечно, вот здесь бы еще ему добить немножко. Вот эти вот его порочки открытые немножко. Дизлайк. Вот только посмотрите, какой хакан. Да, посмотрите, какой статный. Мне он понравился. И возле машинки стоит, да. И где-то это в Италии, наверное. Ну это вообще. И с котиком, то есть животных любит. Мы делаем что? Конечно же, лайк ставим. Вот так вот. Лайк. Ну это какой-то простофилька. Мы его не будем даже смотреть. Никитка очень хорошенький. Сейчас посмотрим, какой. Ну такой он, конечно, такой. Мне кажется, это Альфонсик. Николашка у нас ведущий 100%, потому что только ведущие такие костюмчики на за это надевают. Наверное, активный мальчик. Мне надо, знаете, мне надо, чтобы молчал, помалкивал, да подарки дарил. Зачем мне такое, правильно, конечно. Смотрите, на разных это всяких курортиках тоже отдыхает. Может, лайк поставить, вдруг меня тоже отвезет. Ужас какой-то. Мыч, смотри, он тоже меня лайкнул. Здорово. Значит, точно поедем куда-нибудь отдыхать. Естественно. Вот у нас Алексейка улыбашка. Да, вот радуется жизни. А что еще от жизни надо? Только улыбаться. Только в 32 зуба, конечно же, надо. Ой, Сережка какой-то. Вот такой вот у нас кругляшек бегает по горам. Я понимаешь, я боюсь, я вот эти куры, я не люблю, я эту высоту, мне она не нравится. Вот, а Сережка он любит, он, видите, везде путешествует, хороший парень. Но дизлайк, потому что он меня будет таскать по горам, мне нафиг не надо. Везде на фотках разный. Как называется-то, хамелеон, о, не знаю, такие вот личности, не знаю, тоже любит отдыхать. На море кататься везде. А возьмешь ты с собой вот такую вот красотку? А сможешь ты ее обеспечить? Судя по футболочке, не знаю. Павел 36 годиков. Там уже 36, а все еще играешь в эти игрушечки. Да, азартные. Вот сколько он проиграл. Вот лучше бы эти денежки на какую-нибудь красоточку, понимаешь, потратил. Я вот таких вот парней не понимаю. Ну вот, наконец-то, статный мужик, написано, Хасан 24. Ну что-то он это, за 24 года посидел, мне кажется, слишком быстро. Там вот немножечко так и пузико торчит, ну симпатичненький, правда, там вот. Я это просто пиджачок, у меня сразу все симпатичные. Посмотрим, давай лагнем. Раз. Мыч, я тебе говорю, я очень популярная девушка. Я тебе говорю, вот я одна не останусь никогда, так что ты не переживай.
Мне столько подарков еще на Wildberries будет, я тебе говорю. Ну что, давай последний свайп сделаем, да, потому что потом я на работку убегаю, мне это красить одну замухрышку надо. Она там еще так выпендривается, ей, извините меня, какие-то цветные тенюшки нужны, какие-то там стрелки вот отсюда. А я ей говорю, ну вот ты понимаешь, что ты как это как чучундра будешь выглядеть? Нет, они не понимают этого. Алексей 36. Какой хорошенький. Да, ну вот мне не нравится, когда на фотографиях какие-то чужие женщины. Вот я вижу, какая-то девушка. Мне вот что думать. Мне что, это кто? Это кто? Так что сразу дизлайк. Ну вот Антошка 24. Да, ординатор, офтальмолог. Он точно рассмотрит меня как женщину. Это с головы до пят, понимаешь? Два иностранных язычка любит, да? Язычками любит болтать. Поэтому мы с ним договоримся. Это точно я его лайкаю. Отличненько. Вот что я и говорила. Ну что, с офтальмологом идем на свиданку или с кем? Давайте решайте сами, выбирайте, кого ходить, потому что они все замычили меня. В общем, ладно, дорогая, я тебя целую. Желаю тебе хорошего настроения, зайди гуляй с Богом, я пошла работать. Целую тебя.